для тех, кто... Смотрим, как она долго постояла, недели три, наверное, постояла машинка. Посмотрим, как она завелась. Для тех, кто... Внимание. Особых посторонних звуков нету. Так, по салону все работает. Сейчас вот на холодную 1000 оборотов. Давление. Бензин почти на нуле. Градусы. Лампочки не горят. Ну, о том, что ничего. Нету исправности. Да, салон вот. Хоп. Тухнет. Сзади тоже. Ну, такой. Я не скажу, что супер хороший салон или супер убитый. Там тяжело что рассказать. Кнопочка. Где тут? Ага, вот это включение сзади. Даже подголовники отбрасываются. Как бы исправна машина. Ну, по ней тоже там надо что-то делать. Там. Ну, это надо уже смотреть. Не бывает машины идеальной в таком, скажем, исполнении такого года. Сигналка шериф стоит. Двухсторонняя. Коробка автомат. Чекоподъемники. Один. Второй. Зеркала. Регулятор все работает. Единственное, вот это вот зеркало у нас разбитое. Вот что под капотом у нас. Сверной бачок. Новый аккумулятор. Жидкость. Двигатель работает. Ничего такого особо не добежит. Единственное, что такого вот тут не работает кондиционер. Такие вот пошкоджения. Тут, в принципе, наверное, можно потереть. Вот тут вот и смятинка небольшая. Тут уже я купил новый. Что-то вот. Машинка хорошая, надо так смотреть, так не определишься. А, да. Болячка у всех. Вот эта штука.